Так, настраиваем Bluetooth на осьминоге, на держателе для телефонов, для видеокамер. Так, вот кнопочка, уже вставленная батареечка, включаем. Так, берем телефон. Заходим в панель управления. Нажимаем Bluetooth. Вот он, номер у меня сразу высветился. Если не высветился, нажимаем дополнительные параметры. Вот видно номер устройства. Вверху указано на бусы. Тут у меня А, Б, шутер. Шутер. Нажимаем на это. Идет идентификация доступного устройства. Так, написано «Поховидно подключено». Так, выходим с приложения. Ищем у себя фотоаппарат или видеокамеру. Открываем. Берем пульт управления. Пробуем фотографировать. Есть. Еще раз. Есть. Еще раз. Третий. Есть. Открываем фото. Открылось одно, второе, третье фотография. Если не надо, то мы их удаляем. Удалить. Окей. Удалить. Окей. Так быстро настраивается устройство для видеокамеры, пульт Bluetooth. Спасибо всем за внимание. Очень-очень быстро настраивается.